Что-то от Queen, что-то от меня и что-то от популярной классики. Именно так характеризует свое шоу симфоническим оркестром пианистка Наталья Паснова. В Петербурге впервые пройдет фортепианный концерт Наталья Паснова Queen Rhapsody, где хиты легендарной группы Фредди Меркьюри предстанут в уникальном исполнении. Очень взвешенно подходила к созданию. То есть, конечно, прислушивалась к тому, что говорит мне сердце, это прежде всего, интуитивно, но также я должна была использовать весь багаж навыков с тех времен, когда я училась. Да, ответственность очень большая, не только в исполнительском плане, конечно, и в плане вкуса, насколько я могу себе позволить что-то от себя сказать. Видеть такое сочетание красоты, таланта, инноваций просто поразительно. Вы все должны это увидеть. Этими словами Брайан Мэй, гитарист группы Queen, благословил пианистку Наталью Паснову на создание классических аранжировок композиции группы. Сегодня Наталья презентует шоу вместе с личным биографом Фредди Меркьюри Питером Фристоуном. Когда появилась идея шоу, естественно, я был за. И поверьте, я очень счастлив быть его частью. В шоу Наталья Паснова Queen Rhapsody примут участие Петербургский симфонический оркестр под управлением Льва Дунаева, а квиновского рока добавит вокалист из Великобритании Майкл Энтони Остин. Шоу пройдет 22 ноября на сцене ДК имени Ленсовета. Алла Белякова, Алексей Секретарев, интернет-телевидение, Город Плюс.